Утро у 8 рязанцев, прикрепленных к уголовно-исполнительной инспекции по железнодорожному району, началось на свежем воздухе. К обязательным работам, как правило, суд приговаривает за преступления небольшой или средней тяжести. В последнее время все больше осужденных за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Показывать лицо стыдно, поэтому интервью только спиной к камере. Пришли сегодня отработать часы. Погода хорошая. Вот хотим привести парк Василия Маргелова в порядок. Наводим чистоту, помогаем уборочной технике. Обязательные работы являются одним из самых мягких видов наказания в Уголовном кодексе. Максимальный срок наказания составляет 480 часов. Отбывать наказание можно каждый день, но только 4 часа. Прогул чреват серьезными последствиями. Дирекция благоустройства города сообщает нам либо по телефону, либо посылает табель учета отработанного времени, где в графе отработанного времени стоит 0. Осужденный не может отказаться от этой работы и за 2 прогула или более. Инспекция направляет суд о замене обязательных работ более строгим видом наказания. Зимой обязательные работы – очистка снега. Летом и весной осужденные обрезают деревья и убирают мусор. Дина Ислиева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».